6 мая 2012 года, марш миллионов по Якиманке, который должен был закончиться митингом на Болотной площади, в результате превратился в самое трагическое событие всей протестной зимы 2011-2012 года, событие, которое имело самые тяжелые, самые далеко идущие последствия. Вот вы только что видели, как этот мирный митинг был разогнан, растоптан, смят превосходящими силами правопорядка, как мирные безоружные люди получали по ребрам полицейскими ботинками, и мы с вами прекрасно знаем, что многие из этих избитых и растоптанных людей вдобавок ко всему теперь проходят обвиняемыми или находятся под угрозой предъявления обвинения по болотному делу.